Всем привет, ребят! Сегодня мы начинаем проходить игрушку The Beast Inside, то есть Зверь Внутри. Собственно, игрушка это является хоррор, квест, ну и, собственно, обещает быть интересной. Ладно, начинаем новую игру. Ну, то я побегал тут минут 20, вроде как интересно. Начнем. Погнали, новая игра. Стандартная. Начало. Прям домик на Сайлент-Хилловский какой-то похож. Лович. Ну, загрузки тут, походу, долгие. Где я? За что, господи, за что? Адам? Адам! Зачем ты преследуешь нас? Из-за работы Адама? Чего тебе надо? Зачем ты мучаешь нашу семью? Нет, Адам! Нет, что ты сделал с Адамом? Господи! Нет никакой войны. Мы обычная семья, слышишь? Мы хотели спокойно жить своей жизнью. А ты разрушил эту мечту. Фотографии, жучки, угрозы. А теперь ты убил моего... Не подходи, не смей. Они уже знают о тебе. Они наблюдали за этим домом. Тебе не позволят. Тихо. Нет, что ты творишь? Что же ты творишь? Провожу линию фронта. Уконтрапупил тетеньку. Что-то мне сдается... Из глаз это было. Главного героя. Президент Картер дал комментарий касательно советской угрозы. Ну, только не говорите, что опять во всем будут виноваты коммунисты. С каждой минутой у меня появляется все больше сомнений. Да уж, будет трудно, но ведь ты говорил, что хочешь выбраться из города, ощутить зов природы. Всего на выходные, родная, не на всю жизнь. Кто сказал, что мы уезжаем на всю жизнь? Серьезно, Эмма, мы не знаем ни какой сегодня день, ни сколько сейчас времени. Обхохочешься, СМИ так постоянно пугают нас ядерной угрозой. О том и речь. Если я не разгадаю шифр, вся эта страна превратится в здоровенное ядерное гребище. Адам, хватит. Ха-ха, дурачок. А с другой стороны, может, эта развалина обрушится на нас раньше, чем ребята Брежнева нажмут на красную кнопку. Никакая это не развалина. Этот дом тебе подарили родители. И ты должен быть им благодарен. Сам посмотри. Выглядит даже лучше, чем на фотографиях. Наши вещи уже здесь. Эти ленивые грузчики даже не заслужились дождаться вас. Ничего, мы сами занесем все внутрь. Ага, на деле я буду надрываться, а ты командовать параллельно, принимая душ. Вот это же баба сидела, связанная вся в крови. Дождется все равно, ее. 3 часа в дороге, и вот мы на месте, здесь кажется тихо и спокойно. Может, я наконец-то смогу сосредоточиться и расшифровать эти чертовы телеграммы. Милый, не стой столбом, коробки сами себя не занесут. Поправочка, здесь было тихо и спокойно, пока не пришла Эмма. Взяла бы коробочку, заключила сама. Мандашвили. Что-то мне кажется, то, что... Бабенца это... Муж ее мучил. Вот этот вот, за которого мы играем. Так, коробочку тащим наверх. Вот сюда. Ее не положил-то.
Вот так. Коробка на месте. Пока красить стены. Кажется, на чердаке есть краска. Чердак вот. Берем. Дальше. Вот. А, да. По-моему, в этой шлой лестнице есть что-то зловещее. Так, я заплатил этим засранцам вперед, поэтому неудивительно, что они даже не потрудились поднять коробки на чердак. В наше время никому нельзя доверять. Дата перевозки, туда-сюда, в общем, накладная на груз. Берем. Тут у нас... По-моему, тут взять больше нечего. По-моему, это ремарка, это пол. Генери Маркет. Блин, ну очень знакомо мне писать. Где-то я его уже рожу видел. Закрыто. Дверь пустая. Под водочку. Так. Дальше. Что у нас? Все закрыто. Визер. Телевизором мне природу заменить. Ладно, пойдем. Пойдем наверх. Да вы издеваетесь, блядь. Адам, ребенок все слышит, даже в животике. Значит, он станет замечательным агентом, прямо как папочка. Родная, без ключа на чертов чердак не попасть. Скорее всего, он в ящике в столовой. Так, мама здесь выросла, но мало рассказывала о своем детстве. Она думает, что нам с Эммой будет здесь хорошо. Я с ней согласен. Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырастить ребенка в Бостоне. Читаю. Адам, наш дорогой сын. Этот дом очень давно принадлежит нашей семье. Его даже иногда называли пристанищем Стивенсона. Когда мы с твоим папой переехали в Бостон, то думали, что дедушка его продаст, как и собирался. Но к нашему удивлению, он завещал его нам. И теперь вы с женой сможете поселиться в этом доме и вырастить своих детей вдали от суматохи современного мира. Лучшее место, чтобы пропустить корни и не найти. Заботься об Эмме хорошенько. Мы заглянем к вам в следующем месяце, если мое бедро не расшалится. Мама. По скриптум. Твой папа считает, что должен выбрать имя вашему ребенку. Без понятия, почему он так на этом настаивает. Совсем старый стал, наверное. Хочет оставить какое-нибудь наследие. Ну, не суть. Ты, главное, сделай вид, что удивился, когда он тебе об этом расскажет. Короче, старый пес хочет называть детей чужих. Ну, как носительно чужих. Я думаю, мы ему не дадимся. Сами можем взять и назвать своего ребенка. Это Бостон. Винстон. Это, блин, пародия на Винстон. Знаешь, как бросить курить? Вот так брать и бросить. Взял и бросил курить. Знаешь, как бросить курить? Давай в окошко захернило. Да. Как сам вот бросил ты? Ни о чем. Ладно, погнали. Ключ. Что у нас? Поставите на стол, коробку на месте, пора красить стены, на чердаке есть краска. Нет этой краски на чердаке, подожди. Я вот помню, что тут надо порыться. Ну тут механики игры, короче говоря, каждый ящичек можно вот так подергать, как член. В столовой ничего не нашел. Ой, прости, кажется, я оставил ключ в багажнике. Там даже, блин. Открываем. Кнопочка. Багажничек. Ключ. Вот он, ключ от чердака. Чердолим дальше. А, да, на чердак. Здрасте. Найдите краску на чердаке. Ну-ка, давай, просим вниз. Разобьется. Ну, что-то не дотыкомка. Ч?
Металлический. Не бьет. Давай. Полка, да? Монтаж. Бежаем. Ботлет Бирс. Вроде. Сильнее звенит, чем керамическая статуэтка. Охренеть. На тебя банка наступит. Красота-то какая. Лепота. Наверное, чтобы старыми людьми не воняло, на долговке подпевать. Книжки правда. Я как где-то как у Полтергейст буду книжки бросать. Полтергейст. И... Ну, так а дальше-то что я? Кажется, стало ключ в багажнике. Что? Ключ в багажнике лом. Тут лом может пригодиться. Может пригодиться. Так как я тут 20 минут побегал, надо вот эту дощечку сломать. Он там не хочет делать. И вниз. А, где-то что-то. По делу. Торопы события, может, сейчас. Смотри. Слава богу, теперь я работаю удаленно. Мне больше не нужно ставить будильник в 6 утра. Правильно. Давай выкинем первый видео. Вон отсюда. Летит на лампочку. Оно. А, уже живут. Мне бы тоже не помешало прочитать, и чтобы с пониманием относиться к Эми и ее закидону. Слишком забеременна. Это не кошмар. Пусть иногда вам кажется иначе. Руководство по беременности для думающих женщин. Полезно. Думающих. Какая невидаль какая. Супница. Давай супницу сюда. И закрою. Ясненько. Понятно. Чего я не могу одновременно родной рукой открывать дверь, а второй... На воду, так сказать. Два вещи, да, ведь я дал? Там тетка из звонка не вылезет. Где жена вообще? Кто вас ждет? Так, а что я могу это применить? Ломик-то куда? Письмо от мамы, счет. Ваше письмо, может, тоже поможет. Не срабатывает. Подергай. Стоп, вот.
Стараюсь. Может быть, топором можно это. Жену за шорном. Дай в окошко. Да. Топором окошко не разбить должен. Ящики по инерции катаются. Че, бурбулят? Понятно. Все закрыто. Жены не слышно. И мертвых способов. Что делать-то надо? Ну, дергать что-нибудь то. Если можно. Жалко. Херня, короче, всякая лежит. Полезно. Пошвыряться. Даже швырнуть нет. Бантики, носочки, какая херня. Может быть, все надо посылки дотащить? Куда-нибудь. А сюда их грузим. Грузчик, грузчик. Парень, обогащий. Грузчик. 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 Груз берет и так. Заставка. Заставка прям до этого. До двери. Я не взял -то. Я маму молодец. Пузырями пошукаться. Она не пьется. Вот это подозрительная доска. Не же можно что-то. Ну, нужно что-то сделать. Главное, вот эти предметы подсвечиваются. Доска не. Решила не работать, да. Ну, ломик я взял, что надо? О, может пригодиться. Здесь он пригодится. Разбежавший. Поэтому я вот.
коробка что-то полезное. Никогда. Там убился. Тело. Но я уже не знаю, просто что тут делать. Пойдем. Эдгара. Уряться из суда. Все закрыто. Что еще делать? Давай я сейчас проверяю. И книжечки. Ух ты, да. Немодеранный то. Самогоночку. Так, по заданиям мы прости, кажется, ключ в багажнике. Так и все, вроде что. Я уже даже на чердак попал. Давай еще раз багажник. Сейчас сюда. Дальше все проделано. Давай поедем на машине и оставим здесь жену. Так, сорян, у нас ничего не получится. Ну и смысл мне туда бежать. Доску еще попялимся. Банка такая. Так, ну окей. Так, допустим. Кажется, ставил ключ в багажнике. Так, ну давай. Краска. Рука жопы. А что это? Что это здесь? Давай. Тайничок. Чпок. Дед там порнушку хранил. Что же там? Клад? Но судя по рукам, даже видно то, что это походу он там пытался свою жену топором расхерачить. Так, открывок из записок о Гальской войне Юлия Цезаря. Помню, мы проходили ее на латыни. Некоторые буквы выделены. Проверите, а поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Так, MHPAO выделено. J равно C. Инициалы Юлия Цезаря с латиницы. Только почему здесь написано, что они равны? Берем. В режиме исследования некоторыми предметами можно выполнять дополнительные действия. Вот прям как в резиденте, короче, и то же самое. Но это не только, это много не встречается, конечно. Так, J равно C. Нельзя, значит, да? Так, J у нас где? Тут. Теперь не повернем. Да. Вот так. Теперь J крутим. Вот. Так. Берем. Расшифровать послание. Записки. Первое M. М. J равно C. Так, М. М. У нас М. М это F. М это F, окей. Только удобно. Выйти, зайти, посмотреть. Потом H, да? Да, H.
H. У нас H. Пожог это А. А. Дверь. И. И это у нас по И. Дальше. А, это Т. И последняя была О. Т и... Т и... Готово. Скрыли дедовскую порнушку. Ну, по-моему, это нарды вообще. Крючок. Старинный ключ. Интересно, что он открывает. Сортир дедовский. Его могильничек принадлежит Николасу. 27 сентября 1864 года от Рождества Христова. Весь вечер, почти ночь. Вечер, почти ночь. Раньше я никогда не вел дневник, но говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличать факты от собственных выдумок. Evening. Но говорят, это может помочь не вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличать факты от собственных выдумок. И вновь я дома, спустя 10 лет отсутствия. Дом, к моей радости, совершенно невредим. Отлично. Автола, вторая, незваный гость. Другой крыши над головой у меня сейчас нет. Нужно зажечь свечи и осмотреться. Все? Наговорились? Отца нигде не видно, но неужто я и правда рассчитывал, что он окажет мне радушный прием? 10 лет назад он испарился, не оставив никакой весточки. Дом производит странное впечатление, хотя он совсем не изменился. В темных закоулках моего сознания пробуждается страх, но причин я пока не понимаю. Однако воспоминания должны вернуться, так меня заверили. Может, тогда я пойму, что произошло с моим отцом. И со мной. И с дедом, и с женой, со всеми этими. Так, ладно, спичек мы нахапали. И зловещие портреты. Свечка. Жули. Коробча. Коробочка не должна стоять. Я думал, тут какие-то кирзачи стоят. Ой, эту херню, по-моему, выкидывал. Все запали. Да, я был на месте камина, лучше поджег, чтобы... Зловещие портреты получше освещались. Все щелкает. В смысле, какие часы ходят, если вот эти стоят? О, блядь, там свечки даже пиздую. Новая запись в дневнике. Наверху. Что там такое? Что за шум? Доносится сверху. Пойду проверю. Да, давай ты будешь тряпкой. Давай не пойдешь с нами. Подожди.
Очковая херня. Очковая кобра. Это керосинка. Окей, это был керосин, что-то хорошо. А вот для лампы берем керосинку. Кто не выпрыгнет, надеюсь. А попрыгнул. А, тут ничего. Пусто, выросла капуста. Я так понимаю, тут керосинка так часто будет встречаться, вот лучше поэкономить. Ну, как это было в Outlast, там портреты зловещие. В Outlast там батарейки кончались. Тут у тебя будет керосин на исходе. О, можно там, кто наверху, утюжком захерачить. Я вот его здесь оставлю. Тут утюг довольно-таки крутой, ты смотри, не пугайся его. Утюг там раньше же эти угли там заправляли, потом гладили. Он, наверное, весил килограмм, наверное, 10. Таким в башку захуйнешь, но он не покажется. Так, ага. Короче, кнопку мыши надо удерживать, чтобы двигать стульчики. Надо было раньше объяснить. Мой отец и его партнер несколько дней спустя после открытой пиритовой шахты. Так. Джейкоб Хайт и Джордж Уайтхед. 4 апреля 1840. Сейчас понятно. Так, ну тут же куча свечей. Так, надо закрыть. Короче, все, что можно взять, она с треугольничком помещается. Если что, можно кидаться, она просто ручонкой подсвечивает. Серьезно? Конец. Блядь, ну тут спички, конечно. Ну, спички тут нужны, но тут... Я еще пока, по крайней мере, не привык к этому. К этому всему. Спички. Это значит топот. Нужно пойти проверить. Надо сначала вооружиться вот утюжком какой-нибудь херней там. Лучше автомат возьму. Проверить он собрался. Подожди, не торопись. Будет страшно и интересно. Ляжки обрестать он еще успеет. А может его заодно. Уже после. Да, у меня зловещая квартирка. Это у нас керосинка. Керосинка, хорошо. Что у нас, самогонка? Таблеточка. Это такая трубка. Водичий антиквариат, оставленный отцом. Поверните, что вам нужно скрытое послание. Однажды я попробовал курить. К сожалению, отец узнал об этом и заставил меня... скрутить целую... скурить целую сигару. Мол, я должен понять, каково это быть взрослым. Всю ночь меня рвало, и больше я к этой трубке не притрагивался. Ну, хорошо, что не заставил его трубку сожрать. Было бы угарно. Я засунул. Ладно. А что у нас? Смотрим. Бирюльки. Давай-ка поэкономим. Будем топливо расходовать. Да, блядь. Верни эти бумажки. Давай спички бери. Ты серьезно? Что это такое? Мой отец купил эту землю практически за бесценок. Его друг, судья Нортон, подписал договор и заключил сделку. Так вот, и решали хоть и вопросы в те времена.
Оксиделись. Департамент земельных отношений Плентер, штат Нью-Хэмпшир, 4 мая 1939 года. Настоящим удостоверяется, что в соответствии с законом Конгресса, принятым 18 января 1938 года и озаглавленным законом об обеспечении передачи публичной земли фактическим поселенцам, Джейкоб Хайт осуществил выплату в полном объеме 400 баксов, 320 акров по цене $1.25 за акр. Таким образом, подтверждается, что при предъявлении данного свидетельства комиссару Главного управления земельных отношений вышеуказанный Джейкоб Хайт должен считаться обладающим правом собственности на описанную выше землю. Джордж Нортон. Так, мой отец знал, что под землей находился пирит, но искал состоятельного партнера, чтобы открыть здесь шахту. Тогда-то он и познакомился с Джорджем. Затем отец построил гостиницу, и какое-то время дела шли в гору. Хорошее было время, но боюсь, его уже не вернуть. Джону пришлось доплатить еще 200, чтобы все устроить. Но проституток стопудово спустил. Полезно. Там много тут библейских, я смотрю, библейские мотивы на стенках расположены и писатели. Красиво. А она меня плесуется вообще? Да, 6 штук. Ну, не исключено, то, что они сейчас дают керосин, а потом херак и все. Что с Петровичем? Хочешь керосинка зарабатывать? Так. Это пустой, наверное. Смотрим. И придется, наверное, наверх идти. Шкатулка пустая. Сейчас. Святая мать его Библия. Это такое. Зонтик. Я бы зонтом тоже отмахивался. Одну руку положил бы на зонт, а вторую на Библию и пошел бы воевать с демонами. Закрыто? Посреди. И да, тут могут спиннеры быть. Я точно не знаю. Понятно. Но не исключая такого факта. Вот эту кухню рисую. Это особо. Взял ножок, камин бы, взял бы кочергу. Пошел бы воевать. Со всеми сразу. Прям много. Распочек. Но не дают-то по 3 штучки. Что-то такое ощущение, знаешь, взяли весь коробок, по чуть-чуть разложил он, попрятал кого-то. Где-то эта картина висела. Определенно. Тут все в картину. Ладно. Берем утюг. Пошли наверх. Кто тут шумел? Это лучше свет зажать. Окошко, значит, надо было посидеть на твою маковку. Эй, ну что здесь делать? Это частная собственность. Ты чё? Ты кто такой? Ты чё на меня пиздишь? Я у себя дома. Блять, открывайся. Там чуть отпущу. Вы сейчас здесь? Нужно проверить. Указал на сарай. Возможно, я там что-то найду. Возможно. Пойдем. Держите shift, чтобы бежать. Сарай?
Посмотреть сарай. Я думаю, тут мужик привидение. Ну или что-то в этом роде. Он же не мог так быстро убежать. Че он поперся в сарай, кстати? Болторез с легкостью разрезает любую цель. Окей. Значит, что-то будем срезать. Или зубы у мужика удерживают. Тяжелое бревно какое-то. Бочку можно падать? А ну, он не мог быть в сарае просто. Просто не может он там быть. Оп. А болторец у меня остался. Кажется, да. Во дворе никого нету. Так, подожди. Кто за шум доносится, пойду проверю. Слава богу, окно открыто всего лишь порывом ветра. Только вот я заметил во дворе у колодца какого-то странного мужчину, которому, судя по всему, что-то от меня нужно. Стоит и указывает на что-то пальцем. И кому понадобилось бродить по этой глуши в столь позднее время? Надеюсь, он не опасен, только этого и не хватало. Пойду спрошу, чего ему надо. Во дворе никого нет. Мужчина словно в воздухе растворился. Пройдусь вокруг дома. Вдруг он просто куда-то спрятался. Кажется, он указывал на сарай. Может, там что-нибудь найдется. Ну, сомневаюсь, это что он прямо... Как он зашел даже, допустим, в закрытый сарай? Он, мать его, блин, закрыт на замок. Еще и придавлен бочкой с двумя бревнами. Конечно, он спрятался только в сарай. Че, да что же происходит? Блин, что? What the fuck is... Керосина наша. Что за дерьмо? Записывайку почитаем. Газетная вырезка. Чудовищное преступление потрясло миролюбивых местных. Вызванный в гостиницу помощник шерифу подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении последних нескольких недель Джон Нортон считался пропавшим без вести. Учитель проявил необычайную жестокость. У жертвы было перерезано горло, по всему телу были обнаружены многочисленные ранения и ожоги, свидетельствующие о продолжительных пытках. Джон Нортон это второй, короче говоря. Жестокое убийство здесь, Джон Нортон. А он мысли свои, так я не понимаю, не записывает, да? Это шляпа моего отца. Подвал? Это что, какая-то подсказка? Нужно разобраться. Бери трубку с собой, шляпу одел и погнал мочить. Кто по спичке бегать собирается? Блин, столько этих... Столько предметов, чтобы убивать. Просто куча. Он ничем себя не хочет даже обезопасить. Странный молодой человек. Ну да ладно. Мне не хочется гоняться за этим бродягой глухой ночью. Пойду-ка я в дом. А что, уже в подвал не хочется? То есть сарай за мужиком переться в закрытый, это нормально. Мужик сквозь дверь прошел. Тут ему не хочется. Ну, ждите скримеров. Наверняка сейчас что-то будет. Вообще надо лампочку. Керосинки не очень много. Подожди. Добавилось что-то. Чужак как сквозь землю провалился, но я нашел в сарае газетную вырезку со статьей о жестоком преступлении, которое было совершено в этих местах много лет назад. Нет смысла искать этого мужчину посреди ночи, у меня от него мурашки по коже. Просто вернусь домой и дождусь, пока это безумие не кончится. Иди сидеть, ночь, спокойненько. Я бы даже, наверное, в дом не пошел.
Знаете, часы тикают. Что, блядь, такой? Тебе чё, блядь, здесь? Чего? Что, сами сюда вошли? Эй, вы что, глухой? И напоём. Подсвечники я кидал. Новая запись на дневнике. Если я кому-то об этом расскажу, то меня запрут в психлечебнице. Ладно, давайте, ребят, на этом серию закончим. Пойду в штаны сушить. Шучу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.